Грант Уилсон был сыном печально известного убийцы Дидстроука. Отец с юных лет обучал Гранта, чтобы он стал таким же наемником, как и он. Его методы были строгими и безличными, он постоянно унижал Гранта за то, что он не соответствовал его высоким стандартам. И Грант сбежал в подростковом возрасте, чтобы избежать родительской нестабильности. Грант был нанят Ульем, чтобы уничтожить юных титанов в первом составе. Стремясь подражать своему герою Дидстроуку, не зная, что Дидстроук был его собственным отцом, он позволил дать ему обширные генетические улучшения. И он взял имя Опустошитель. Но из-за этих улучшений у него остановилось сердце, и он умер. Хоть он и вернулся к жизни, он умер также и во второй раз.